Подставка одним движением. Вытягиваем руку с ракеткой вперед и на выпаде протыкаем головку валана как шпагой, как будто пытаемся стереть ей логотип на струнах ракетки. При ударе не нужно сгибать-разгибать локоть. Это только добавит брака в вашу подставку. Инерция вашего тела сама доставит валан на сторону соперника. Для этого желательно, чтобы нога касалась пола в тот же момент, когда ракетка касается валана. Затем вы возвращаетесь в центр, а валан прячется за сетку. Оптимальный угол отстроим с помощью второй ракетки. Этот слишком большой. Этот слишком маленький. Причем это правило подходит для игры в центре сетки, в этой зоне. Если также играть в углу, ближе к боковой линии, то валан будет вылетать в аут. Видите? Поэтому стоит развернуть зеркало ракетки вот так. Спасибо за ваши комментарии. Напишите, на какую тему вы бы хотели посмотреть следующее видео, и мы его снимем.